Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Так, ну что, я обещал сегодня успеть пройти, точнее, допройти некоторые задания. У нас остается 43 минуты. Ну что, поехали. Схватка редких. Тропиогнат, Эйудораптор и Коллаборинг. Против этих орлов мы с тобой возьмем Аргентинозавр. Сюда мы прихватим Лимносцелиса. А сюда возьмем, в принципе, можно взять Бонитозавра. Поехали. Надеюсь, успеем. Хватит нам 43 минуты, чтобы все это выполнить. Так, ну что, наверное, сразу сделаем удар. Хотя он возьмет Юторраптора, мне почему-то так кажется. Но если он возьмет, мы сразу возьмем с тобой Лимносцелиса и также будем бомбить. Так, ну что ты там? Тропиогнатик, ну конечно же меняет. И Юторраптор. 101 атака. Ну что, Лимносцелиса тогда берем. Блин, а он сейчас поменяется, да? Он, наверное, сейчас поменяется. Ну знаешь, что, наверное, с тобой лучше сделаем? Вот так вот. Я пойду по-крупному играть. Ему придется слить две атаки, отлично. Теперь, так как у нас будет сейчас 4 очка действий, да, мы уничтожим Юторраптора. Раз, два. И возьмем вот так вот. Поехали. Угу. Тропиогнат. Собственной персоны. Он сейчас уничтожит, конечно, мне Линос. А, нет, не получилось, друзья, у него ничего выполнить, как говорится. Тогда берем Бонитозавра. Вот таким вот образом. Раз, два, три. Поехали. Так, ну что, ему крышка. И остается Коллаборинг. У него 39 к атаке, как ты видишь. И 201 единичка здоровья. Ну, в принципе, я был прав. Ему здесь ничего не поможет. А вот если мы сейчас попробуем его пробить. Все. Пока. Ну что, это событие мы с тобой прошли. Бонитозавр нас не подвел. Все четенько проверил. Вымерил и победил. Ну что, крутим колесо призов и забираем Стегоцефала. Не самый плохой вариант. Дальше. Дальше у нас идет налет. Хотя, подожди, может быть лучше без ограничений да пройти. Угу. Берем Диплотатора. Также нам понадобится, наверное, вот эти вот два орла, я так понимаю. Стоп, 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 стоп. А у нас же вот здесь, если не ошибаюсь, здесь нам понадобится птерозавр. Ё-моё. Ладно. Попробуем тогда сделать немножечко по-другому. Возьму Алангозавра взять, что ли. Ладно, берем Алангозавра. Возьму Диплотатора. И, наверное, все-таки придется Таниколагрюса взять. Как бы мне не лопухнуться с таким отрядом. Так, ну что, берем бонус сразу же. Так, он не стал ходить. Угу. Он прекрасно понимает, что дело пахнет керосином. Видишь, что он творит? Ну что, давай, делай что-нибудь. Блин, не
хочет, а? Это сколько мне нужно, блин, зарядов по нему сделать? Давай, колись уже. Раскрылся чувачок, и это хорошо. Так, 4 атаки, да, он сделал. А нам нужно сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Посмотрим вот таким вариантом. 6, ну что, вырубаем тогда. Угу, появляется тиранозавр мод 2. Раскололся, как орешек. Так, он все слил, абсолютно все, поэтому он остался без очков действий. 1700 хп. Этого нам более чем достаточно. Раз, два. Раз, два. Петрушим. Шикарненько. Ну и остается тиранозавр. Все, родной. Допрыгался. Ну что я тебе могу сказать? Что мы прошли это событие. Красавчик, деплотатор. Мне он нравится. Против хищников я считаю, что это вообще пока топовые. Топовые динозавры, которые у меня есть. Именно против мясоедов. Ну что, открываем набор. ДНК и археотерий. Плюс 65 очков доверий. Но это еще не все. У нас, подожди, сейчас мы заберем здесь с тобой награды. У нас еще одно событие, которое, блин, я не знаю, как пройти, если честно. Так, поехали. Значит, у нас вот это вот. Птерозавры. Плюс минимум модов 1. Вот этот, конечно, Орнитохейрус. Так, у них что, блокировать моды, да, мои будут? Берем раз, два, три. Так, по модам. Да что, куда ты вылетел-то? Если у них стоит блокировка моих модов, тогда мы будем блокировать вражеские моды. Нет. Хотя, почему нет? Два активируем. И еще один, который нам дает повышение всех параметров. Где это у нас такое? Не клон. Боевой дух. Посмотрим, что это у нас. На 100 и показатель атаки на 50. Наверное, вот так вот мы оставим. Хотя у него-то что здесь стоит? На 10% повышение всей команды, да, атаки. Ну что, попробуем, друзья. Да, надо рискнуть. Кто будет первым ходить, тот... Так, мы ему перечеркиваем. У него только единство, да? И все. Ну что, берем бонус, как всегда, ребят. Интересно, будет атаковать или нет? Нет, не стал. Продолжаем. 4. Делает одну атаку. Это Эдиоморфодон, кстати, прокачанный, ребята. А, это даже гибрид. Нет, это мой. А у него Терракетцель. Так, он одну атаку сделал, 3 оставил себе, верно? Верно. Раз, два, три. 4. И 2 защиты. Сколько ты себе тут нахапаешь? 5. Все, теперь можно бомбить.
5 у него было, 3 он потратил, 2 осталось, да? 2. Раз, два, три, четыре, пять. Четыре, пять. И, наверное, нам придется еще сделать вот так вот. Погнали. Хорошо. Так, Орнитохейрус появляется. Интересно, будет все сливать или нет? Не стал ничего сливать. Я буду рисковать. И риск оправдался. Так, бомбанули, короче, мы его. И вот он вылетает, гибрид. Неплохая довольно-таки атака у него. Но что я могу сказать, парнишка? Пока ты свое отыграл на сегодня. Опачки. Да как же так-то? Ладно. Тогда Птеранодон. Птеранодон тебя ушатает. Сможешь ведь добить его, а? Ты обязан его уничтожить. Все. Но у нас еще один поединок. Как его проходить и кем, ума не приложу, если честно. Во-первых, сейчас еще посмотрим, кого там дадут. Какого противника. Так, Скафагнат. Пеликанептерикс и Лемнорик. Кстати, не такие уж и мощные здесь. Так, возьму, наверное, Тропиогоптера. Тропиогоптера, что, Птеранодона брать? Блин, мне бы хотя бы еще одного кого-нибудь, а? Было бы вообще четко. Лемноринг у них вот 20 уровня. А если мы сделаем с тобой вот так, даже не так, а сделаем вот так, так и вот так. Что у него здесь за... Снижает показатель атаки всех вражеских существ на 10. Увеличивает запас так на 15. И... Ага, понял. Значит, мы с тобой сделаем да ё-моё, следующим образом. Так, это у нас что получается? Копируют показатели атаки и здоровья. Вот это вот мы с тобой поставим. На Топижару, на Птеранодона. Так, показатели атаки. А что такое подражание вражескими модами? Нет, это я не хочу. А мне надо... А прочная кожа? Понятно, на 50 снижает, да? Может быть... Что такое вмешательство? Отключает мод. А слабость ОЗ вражеского существа на 20%. Вот. Вот что я возьму. Ну что, друзья, попробуем. Но была, как говорится, не была. Клонируем. Так, а этот делает устрашение. Несокрушимость. Так, кто сейчас, интересно, будет ходить первым? Мы. Сразу бонус берем.
Так, смотрим, что он будет делать. Ваш ход. Сделаем так. Да что ж ты не атакуешь-то, гаденыш, а? Жду, ребята, жду, когда он раскроется. Есть, раскрылся. Отлично. Отлично. Так, все очки он слил. Все очки он слил, поэтому поехали. 1151 хп у него. Вот этого более чем достаточно. И два бонусных очка действий берем. Хорошо получилось. Так, пеликани птирекс вышел. Так, склонировали его. Опа, он все слил. Шикарно, это шикарно, ребят. Давай, давай, клонирую его атаку, все это. Опачки. Отлично. Так, у него, по-моему, ничего не осталось. Он все слил, да? Все до единой капельки. Поэтому сделаем вот так вот. Поехали. That's нормуль. Нормуль, друзья мои. Так, смотрим дальше. Сейчас и этого скопируем. А, он мод. Мод, блин. Твою налево. Я тебе скажу следующее. По-моему, эта птичка допрыгалась. Вам так не кажется, сударь? По-моему, так оно и есть. Да. Абсолютная победа, ребята. Я сам этого не ожидал. Но ты все прекрасно сам видел. Мы прошли. Точнее, допрошли все эти события, которые я не успел пройти вчера. И забираем награду. А награда, надеюсь, мне выпадет какая-нибудь лего. Ну, очень хочется. И так и есть, ребята, выпадает лего. Унайзавр. Это, если не ошибаюсь, у нас второй. Ох, ты еще и 650 очков доверий. Шикарно. Так, еда. Использовать ускорение. Так, собрать моды. Давай моды быстренько с тобой соберем. Может быть, еще успеем получить ежедневную нашу награду. Так, Чарли, давай быстренько. Что ты нам тут даешь? Устрашение, да? Спасибо. И еще, пожалуйста, один мод. Это у нас прочная кожа. Все, выполнили. Так, теперь нам нужно использовать ускорение. И в кайнозойской эре еще нужно поиграть. Кстати, схватка 47 уровня нужно будет пройти. В кайнозойскую пошли быстренько сейчас поиграем. Раз, два, три. Заряжаем. Ну, давай, 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 что там? Ох, ёк-макарёк. Ну что ж ты будешь делать-то, а? Одни гибриды, ребята, одни гибриды, ты понимаешь? Так, ну этого мы вырубаем сразу. Нечего мы тут бегать. Так, Мегистокурус. Этого тоже вырубим. Атакуй. Молодец, красавчик. Послушный песик. Ну что, запинываем его, да? Ага, две атаки. Бинго. Ох ты. Энталоракус. Это гибрид, да? Энталоракус. Фуроракус вместе с энталак каким-то там, я не знаю. Ну что ты, птичка, закукарекала? Атакуй.
Молодец. Молодец. Так, а мы с тобой сделаем вот так вот. Все, друзья, ПВПшечку мы с тобой прошли тоже, как ты видишь, великолепно. Сейчас крутанем еще рулетку. Новичка или кого там, умельца. Любителя. Любителя, конечно же. Эх, можно было бы дать и 200 очков доверий. Ну-ка, давай еще разочек быстренько крутанем. Может быть, выпадет что путевое. Нет, деньги. Так, хорошо. Здесь у нас пройдено. Остается использовать 3 ускорения. Так, забираем анкилозавра. Тоже прокачаем его быстренько. Так, у нас там опять тревога вовсю играет. Тревога, тревога. Волк украл зайчат. Ну-ка. К сожалению, не получилось. Ладно, продолжить. Здесь диплотатор наш родной. Давай на новый уровень. Отлично. Ох ты. Диплотатора можно скрещивать с аркосухом. А, нет, это если у нас есть, например, ДНК на саркозуха 1500, а у меня наличие 120. Это можно сделать из него диплозуха. Нифига себе, ребята. А где же набрать-то столько ДНК? А, нам же еще нужно поймать. Давай быстренько с собой поймаем этого беглеца. Ах ты, как вы быстро, а. Осторожнее пишет. Ну, в любом случае, он будет пойман. Да чего ты? Сосредоточься, да? Не слишком ли быстро? Вот, вот это я понимаю, медленно. Если бы было бы на телефоне, было бы намного проще все это, ребят, нажимать, поверьте мне. Там быстро, как кнопочки нажимаешь, пальчиком, да? Тут сам видишь, блин, фигня какая-то получается. Ладно, существо поймано и слабо. 3000, нифига себе. Вот это тут надавали. Так, блин, мне нужно ускорение. Так, вывести. Давай кого-нибудь быстренько с тобой тут выведем. А, у нас... Так, монолофозавр, сколько ты? Ох, быстро не получится, ребят. А где этот уанезавр легендарный, которого мы получили? Вот он. Один день, 11 часов он будет выводиться. И, кстати, это будет у нас второй, поэтому мы сможем с тобой спокойненько скрестить. Так, велоцирапторы. Плезиозавр. Вот опять он у меня не выведен, да? Так, ну что, давай попробуем. Сколько там еще осталось времени у нас в запасе? А похоже, нисколько, да? Так, уровень схватки. Значит, берем... Блин, тут одни хищники. Одни хищники. Ладно, берем с тобой... Диплотатора. И Ютирануса возьму. Так, а вот против пастазуха-то ни одного летающего нету, да? Ни одного летуна у меня нету. Хорошо, возьмем еще одного диплотатора. Поехали. Такс. Ну что, бонус берем. Я сомневаюсь, что он будет меня атаковать. Будет.
Вот это борзость, вот это наглость. Слушай, мне хватит его уничтожить? Не хватит, да? А, нет, все нормально, все отлично. Так, ну что у нас тут? Анкилозавр. Бомбанет, конечно, сейчас. Бомбанет. Но Ютиранус, надеюсь, его быстренько поставит, так сказать, на место. Хотя... Да, должен поставить. 64 хп. Ну, атака у него маленькая. Сколько у него? 3. Хотя он вырубит. Он вырубит. Ладно, деплотатор тогда добьет. Я так понимаю его, да? Ведь добьешь же ты его. И раз, два, три. Вот так вот сделаем. Так, ну что, смотрим. Да ну, 339 атаки. Все, все, ребят. Нету нам тут никакой победы, к сожалению. Пипец. Не ожидал, если честно, не ожидал. Куда вы меня переключаете-то постоянно, я не могу понять. Так, ладно, мне нужно где-то как-то успеть. Может быть, в ПВП. Так, давай попробуем вот этим вот отыграть. Это, ребята, просто так сейчас играю, чтобы потом нам с тобой быстренько их вернуть на место, там, через сколько-то минут, чтобы сделать 3 ускорения. Другого варианта я пока не вижу. Здесь я даже не буду драться. Здесь я спокойненько сдамся. Хотя здесь можно еще и повоевать, если честно. Потому что тут тоже уровни, смотри, какие-то маленькие. Ну чего ты там стоишь, выжидаешь там, я не знаю, у моря погоды. Давай вот так вот сделаем. Соображает долго, да, черепаха эта простостега. Простостега думает, соображает. Угу. Итак, будешь бомбить? Да что ж ты так делаешь-то, а? Не хочет атаковать, представляешь? Но сейчас, если ничего не будет делать, я уже буду атаковать сам. 6. Вот, вот это я понимаю. Раскрылся. У него одно очко действия осталось, да, в запасе? Так что давай-ка попробуем. Все, вот таким вот образом. Поехали. Иди отсюда. Гулёна. Так, выползает следующий. И это Геликоприон. Ну, естественно, добьет с двух атак. Тут уж ничего не поделаешь. Меняет. Ох ты, доказавр. Он выбрал доказавра. О, малыш, я тебе не завидую. Ну что, влупляем. И выползает опять Геликоприон. Ну что, тебе надо сколько потратить? 2 атаки, как минимум. Пишут мой ход. А я уж не упущу такого момента. Все, пока. Какой же он здоровый, а. Нифига себе. На. Мне это чем-то напомнило, знаешь, как вот варвары бегут, дубина по земле у них волочится в этом песке, потом с размаха. На этой дубиной. Тут то же самое получилось. Приз новичка. И что же нам тут выпадет? Хавчик.
И еще разочек крутим. Так, опять еда. Ладно. Так, вот теперь я, знаешь, что хотел посмотреть? Сможем ли мы их быстренько завершить? Так, тут 14, тут 23 минуты ожидать придется. Блин, да как можно ускорение это сделать? Быстренько, а? Завершить. А то, что вот мы отправляем ООН, это считается как ускорение? Нет, это не считается. Дрожь земли. Так, сколько у нас, ребята, еще в запасе? 1 час 11 минут. После этого у нас обновятся задания, как ты понимаешь. И ежедневку мы с тобой вот эту фиг успеем доделать. Блин, использовать ускорение. Так, а в модах это считает? Нет, в модах нет, потому что мы уже пробовали. Что тут за новинка еще? Слушай, ускорение считается, если мы с тобой, например, быстренько поставим полет на седьмое небо разместить. 5 часов ждать, офигеть, ускорил, называется, да? Так, давай тогда еще джунгли, заповедник, фигура апатозавра. Вот сюда, если мы разместим. Это считается как ускорение? Тоже нет. Ускорение это именно когда ты своих динозавров, да, получается, быстренько-быстренько откатываешь. Только в этом случае. Ну, 12 минут, 10 минут подождать. Ладно, давай тогда попробуем в кайнозойской эре взять самых своих слабых тоже животных. Ну вот, например, даже вот этих вот. И все. И отыграть ими. $5 потратим, фиг с ним, так уж и быть. Любой же... А, любое животное, ну да, чуть я не поставил. Все, погнали. Еще раз повторяю, ребята, это чтобы нам быстренько с тобой сделать откаты. И все. Не больше, как говорится, не меньше. Такс. Давай сделаем так. Ну что, ты будешь менять, нет? А смысл тебе менять, да? Допустим. Раз, два, три. Минус. Дэдди Курс выползает, мистер Йода, ё-моё. Тихо, прародитель черепахи какой-то, да, с таким куполом идет. Но в отличие от черепахи, у нее внизу тоже защита, а у этого нет. То есть, если его перевернуть на спину, то ему кранты. Ах ты хитрожопый. Хотя нет, вырубили мы его. Ну и официон. 4 атаки. Интересно, как это будет сейчас выглядеть. Как он меня собирается пробить. Все сливает. Вырубил все-таки. Ну что же, магистр Терри, твой выход. Вперед, пёся, взять и разорвать. На-ка, выкуси, как говорится. Что и требовалось доказать. Блин, интересно, такие животные будут у нас в игре мирский, юрский мир, эволюция, в которую мы играем с тобой на втором канале. Да, друзья, не стоит удивляться, у нас игра вылетела, и получили мы с тобой 10 тысяч монет. Так, ну что, давай посмотрим, теперь-то можно хоть кого-нибудь-то быстренько ускорить, это в конце концов. Так,
ПВП мне нужно, да? Через ПВП будем смотреть. Так, на вызов. Так, тут 10 минут. Ой, что я делаю? Так, ну сейчас только засчитали один откат. Ускорение, то есть откат. Все у меня в откатах. 10 тысяч насобирали, да? Уже что-то. 10 тысяч, а нам нужно 16 тысяч. Трешовенько, конечно. И здесь главное никого не завершить. Так, давай-ка глянем, у нас там может быть уже по этим. По морским можно что-то завершить. Так, ребят, я предлагаю через рекламу все это быстро закончить. Так, ну что, быстренько завершим здесь и здесь. И должно нам, в принципе, этого хватить. Да, забираем тут и наш пак. Открываем. Еда, ДНК, 35 долларов и еще ДНК. Плюс 95 очков доверий. Ну что, я считаю, нормально, ребята, сегодня все успели, все сделали. Теперь ждем, когда у нас обновятся все события. Для того, чтобы можно было что-нибудь еще попроходить и, естественно, позарабатывать. Так, давай-ка мы соберем тут монетки по-быренькому. Потому что денег мало, ты сам видишь. Всего лишь 7 миллионов. Это никуда не годится. Нам хотя бы было 10, буквально еще когда вчера. Остается. Деньги здесь как вода. Так, давай вот это все доберем. Конечно, хотелось бы тропиогоптера бы отличного прокачать бы еще, да? Хотя бы до 40 уровня. И еще диплотатора. А желательно двух. Тоже до 40. Ну, насчет вот ДНК. Где вот брать нам ДНК? На сарказуха, извини меня. 1500, а у меня всего лишь 150. Если кто знает, пишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Ну, вроде бы и все. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.